не сидится. Да ты посмотри. Что я там? Всю ночь копался в его системах, и мне кажется, я что-то нашел. Знаешь что? Что? Помнишь, у нас пульт глючил? Да. Так я его выкинул с концами. Он нам больше не нужен. Как ты... Я начал с нуля. В общем, я взял раму от эмбуша. Ага. И установил электрику одной зибой. И получилось, я сам не знаю как, но это реально работает. Что работает? Погоди, сейчас покажу. Левый джек, правый джекпот! Переставил блок Нойзи на атома? Да? Умно, парень. Умно? Умно? Это не умно, а гениально. Это самая прекрасная мысль за всю историю человечества. Эй, ты что, опять энергетики пил, а? Ну, может быть, и пил. Чарли, ты должен научить его боксу. Ты шутишь? Система Нойзи себя не оправдала, это факт. Да, но ему нужны твои приемы, твои команды. О, начни. Хватит. Начни сначала. Хватит. Ты был боксером, Чарли. Да. И вчера в зоопарке ты угадывал, как поведет себя соперник? Я это дело бросил и начинать не собираюсь. Но кто научит его драться? Ты взял свой первый бой, я тебе не нужен. Извини. Но, знаешь, танец был реально крут. Это нужно как-то использовать. Ты издеваешься? Я серьезно. Перед боем ты выходишь на ринг и танцуешь. Нет, я не стану так позориться на боксерском матче. Позориться? Ты с ума сошел? Это же шоу, Макс. Публика жаждет развлечений, чего-то нового. К примеру, взять великих. Вот Али, Шугарей, Принц Раким, Гомер. У каждого есть прозвище, характер, да? Какая-то фишка. Так и тут. Робот, конечно, не ахти, но танец — это фишка. Плюс ты ребенок. Народ будет умиляться. Тебе сколько? 10? 9? Мне 11. Отлично. А ты уверен, что 11? Да, уверен. Мне 11. Неважно. В общем, я к тому, что людям это понравится. Ты точно не прикалываешься? Я не прикалываюсь. Все будут просто в восторге. Ладно. Чудно. Но? Что? При условии, что ты мне поможешь. Я еще тот танцор, но уж нет. Нет, с боксом. А, я ясно, его программирую, ясно. А ты его учишь боксу. И ты танцуешь. Да. По рукам.